Всем добрый день. Меня зовут Марина Ярмоленко. Я благодарна Богу, что Он меня нашел, что я могу Ему служить в служении прославления. Также я являюсь заведующей кафедры Украинской Ивановской теологической семинарии. И мое пожелание слушателям в контексте вот моей беседы на радио – это то, чтобы вы не переставали хвалить Бога. И чтобы вы могли, слушая радио, также получать для себя радость, ободрение, находить какие-то новые вдохновения для того, чтобы служить Богу. В наше непростое время, в нашей стране, давайте мы не будем унывать, давайте мы будем хвалить Его, давайте мы будем прославлять Его, надеяться на Него. Я также желаю, чтобы на радио Эммануил приходило много новых талантов, чтобы Бог благословлял нашу страну и было много новых исполнителей, которые будут писать новые песни, которые будут приносить радость всем слушателям, которые слушают радио Эммануил. Додаток світлого радіо «Еммануїл» тепер є на App Store і Google Play. Завантажуйте додаток для смартфонів і планшетів, і світле радіо буде завжди поруч.